Глава 12. Все, что осталось. С вами канал AlexPlay, и мы продолжаем играть в игрушку A Plague Tale Innocence. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, потому что будет очень-очень здорово и круто. Погнали. Так. О, холодно, зима. Морозец. Вот мы и на месте. Амиция, ты как? Да, просто так странно сюда вернуться. Идем. Так это их не дом? Это их не дом? Не думал, что вернусь сюда, во всяком случае, так скоро. Мы найдем зелье и сразу уйдем. Даже успеем домой к рассвету. Договорились. Так, ладно. Туда нет смысла возвращаться. Если что-то будем по дороге находить, то лучше это подбирать. А тут, я так понимаю, мы не пройдем, да? Мост разрушенный. На ту сторону не попасть. Этому мосту не меньше сотни лет. Все, кажется, совсем развалилось. Это конец старого мира. Если так, то почему тогда ты так спокоен? Мальчик молодец, Лука. Мне он нравится. Ему, блин, да ему лет 9, да. Он ведет себя как... ну, как взрослый уже парень. Лука, смотри на Инквизицию. Надо быть внимательнее. А, флаг Инквизиции, понятно. Так. Мне, кстати, камни заканчиваются. Если я буду находить камни, то лучше их собирать. Так, ништяки. Ну, спирт и нитки мне не нужны. Пока что. Что-то там он увидел. А, так. Изготовление. Мне надо улучшение. Но улучшения мне не хватает. В основном не хватает тряпок, да? Сосуды можно сделать. Мне нужен карман. Вот для кармана мне просто ткани не хватает. Я не знаю, где его взять. Ну, просто реально негде. Это очень важно сейчас подэкономить тряпку. Так, что он нашел? Тут можно перейти. Don't fall. Don't fall. Не падать, не падать. Запасов у меня вообще, у меня тут все есть. Все просто шикарно. Всего хватает. Хера себе! Что за черт? Что с ними такое случилось? Они просто по кругу бегают. Не знаю, но мне это не нравится. Надо уходить отсюда. Они просто кругами бегают. Просто кругами бегают. Что они делают? Они роют, наверное, большую яму. Кругами, просто кругами бегают. Хера себе. Тут такая же херь. Слушай, а если мы попробуем... Они не могут залезть. Ладно, мне просто было интересно. Лукас, давай пойдем. Это все не просто так. Слушай, а если мы их убьем, что там такое? Нет, смысла нет убивать, нафиг. Слишком дорого это обходится. Что такое? Кажется, они хотят нас убить. Мы смогли сбежать именно благодаря крысам. Допустим, это одно из первых мест, где они появились. Но это не объясняет их поведение. Нифига себе, они к нам идут. Так, Лука. Я знаю, что надо сделать. Нам надо... достать до туда. Ну как? Нам нужно найти способ. А, надо обойти, все, я понял. Я уж хотел прорываться сквозь них, но это безумие было бы. Так, отлично. Камушки напрягаются. А, вот, отсюда я попаду. Это мой дом. Это мой дом! Я не смог, как она. Молодец, девчонка. Вообще прям. Лука и девчонка вообще очень крутые. Смелые ребята. Ну, а мальчик тут просто... просто мальчик. Забавный. Крысы, еще крысы. Так.
Ну давайте, идите, смотри, они боятся света, они боятся. О, они пытаются напасть на меня, они голодные, гребаные крысы. Они боятся. Так, не повезло. Тут надо по-любому зажечь. Так, хорошо. Что у нас тут? Мышка одна застряла. Ну, одна-то меня не убьет, я надеюсь. Так, селитра. Блин, я уже ничего не могу больше взять. Туда мы не пойдем. А там ткань. Мне ткань нужна, ребят. Ткань мне сильно нужна. Так, что у нас здесь? Гребаные крысы. Думай, думай, думай. Туда мы... Ну-ка. А, я могу свет направлять. You must have used it to get the troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. А, он сам будет водить их. Он сам водит их. Я тут не открою, да? Мне надо по-любому как-то домой попасть. Так. А зачем нам сюда? Неспроста они тут тусуются. А там что такое? Тут тоже дохрена их. А там... блин. Там два ящика целых. Слушай, ну что, рискнем? А по-другому никак нельзя их убить. Ладно, давайте их. Придется. Бадабум! Вот так надо. Ха-ха-ха. Зато у нас тут два ящика. Так, что у нас тут? О, еще иголка, отлично. Так, ну этого мало, ребят. Этого мало. У нас 4 ткани есть, а нам надо. Что мы можем сделать? А, инструменты. Амиция. Повышение скорости изготовления снарядов. Амиция. Переделать свои инструменты так, чтобы их было удобнее использовать где угодно. Благодаря этому она быстрее изготавливает снаряды. Ну, это так себе, в принципе. Можно, конечно, изготовить. Но не так уж важно. Не знаю даже, стоит, нет. Ну, давайте. Нет. Самое главное, что ткань не трогать. Ткань нам надо 10 штук. Веревка, вот мне уже веревок... веревки мне уже не нужны. Рёк у нас много. Так, мы кожу, да, используем? Кожу нам можно использовать. А для кармана нам надо... Кожа нам нужна для кармана? Кожа нужна, ну да, ее надо 3 кожи. Так что, в принципе, нормально. Так, окей. Окей, окей. То есть надо вот это сделать. Да, давайте. Одну можно создать. Тут еще кожа, да? А вот мы еще взяли кожу, отлично. Так, все, можно вылазить. Тут, значит, у нас все. А как вот туда попасть? Мне вот интересно. Там тоже что-то интересное такое. И... Блин. Можем, конечно, вот эту штуку использовать. Да, короче, пошли вы в задницу. Дорого, конечно, но что делать? Тут подарок. Он был куда-то в угол кидать. О, зато тут тряпки, ребята. Тряпки мне нужны. Это очень хорошо. Ткани у меня уже 6 ткани. Мне надо 10. Так, ну что, будем делать? Да, давайте сделаем, в принципе, кожу. Мы можем потратить. Самое главное, ребята, у нас уже 6 ткани. Это очень здорово. Так, это значит, что скоро у нас будет карман. Да, ребят, скоро у нас будет карман. Главное, экономим ткань.
Так, все, мы обходим. Так, я на месте. Так, я иду, он движет свет. Так, идем. Дошли до сюда. А, тут я могу вот так сделать. Помочь ему. А, теперь, значит, свет мы направляем сюда. То пацан мог пройти. Пацан пробегает. Лукас, мы не одни. Ох. А кто тут еще? Проходим. А, вон еще кто-то. Кто-нибудь, помогите мне, эти крысы. Эй, ты, скажи мне, сколько вас здесь? Как больно, не хочу умирать. Вот так. Вот так? Ты казнил мою сестру. Ты заслужил мучительной смерти. Будь милосердна. Не смей даже произносить это слово. Пфф. Так, мы можем, чтобы их крысы съели, да? Ну, я все-таки не хочу этого делать. Человек же может исправиться, да, я надеюсь. Так, ну тут понятно, что мы сделаем, давайте. Хотя, подожди. Огонь. Так, нет. Отлично. Проходим сюда. Еще один. Ты кто, черт подери, такая? Дочь Роберта и... Дерун. О нет, пожалуйста, умоляю, прояви милосердие. Заткнись. Я солю тебя на волю судьбы. Может быть, это как-то на концовку повлияет, да? То, что я делаю. Может, надо было их убить? Если бы я убил, наверное, было бы лучше. Может, давайте попробуем их убить? Вот этого. Так, спокойно. Все, мы убили их. Он получил по заслугам, амиция. Они сами просили. Я вообще изначально не хотел их убивать. Так, ну тут, в принципе, тоже можем пройти. По-другому никак. Так, вот это самая хорошая и дешевая штучка, вот эта. Так, значит, куда мы сейчас пойдем? Есть ворота, наверное, вот сюда их. Давайте пустим. Так, все, проходим. Отлично. А, но мне не... Стол мне точно не нужен. Так, стол мне не нужен. Ну, тут у нас... О, тут что-то интересное. Надеюсь, там ткань. Так, селитра, кожа. Ну, кожа тоже хорошо, хороший материал. Нам 4 ткани еще, ребят, надо. Тогда будет здорово. Так, ну давайте проходить. Lucas, behind this door. I understand. Проходим. О, боже ж ты мой! Господь милосердный! Охренеть! Я такого никогда не видел! Никогда в жизни! Амиция, мы можем не ходить дальше! Нет, я должна увидеть это! Что они сделали с моим домом? Вы посмотрите на эту херню! Вы посмотрите на эту херотень! Вы посмотрите налево! Вы посмотрите направо! Боже мой, что тут происходит? Что тут творится? О нет, это просто большое гнездо крыс, охереть. Мне кажется, воздухом реально просто нельзя дышать. Кто это такой? Это отец, что ли? А почему они не трогали отца? Вероятно, у него тоже в крови что-то интересное.
Ну, в смысле, против заразы, да? Смотрите, зараза не распространяется на него. Это твой отец? У него в крови что-то течет, они его не едят. А нет, смотрите, они съели его. А какого черта? О, нет. Что они сделали? Это очень странно. Охренеть! Ребята, это еще больше, чем в третьей главе. Вы посмотрите на это. Охереть! Что это, мать его, такое? Надо пробираться. Что мне делать? Это не помогает, нам надо идти. Как я проберусь? Как я, блин, туда проберусь-то? Не, ну это все, хана. Я не знаю, что делать. Хера себе! А почему они отца изначально не трогали? Они что, хотели, чтобы я пришел и посмотрел на это, что ли? Это очень странно. Так. Да как я пройду? Так, мы в ловушке. Так, надо по ним бить. Они повсюду. А что нам делать? Вот, надо бить. Они потушили. Короче, нужно бить по ним огнем, да? По большим скоплениям. Так, ну хорошо, это я понял. Так. Так, ладно. Вот по таким скоплениям надо бить. Пока что нам делать? Мы в ловушке. Так, ладно. Надо, чтобы он поближе подошел, наверное. И что толку? Нужно укрытие. Где они? Они повсюду. Нам туда... А, вот. Так, там еще одна. Скопление. Я долго не смогу так сопротивляться. Ого. Все закончилось? Похоже на то. Ты спасла нас. Так, сейчас надо попасть в комнату. Вот туда нам надо как-то проникнуть. Так, давайте подумаем. А как мы проберемся до туда? Так, вот сюда надо залезть. Все, я понял. Что-то это не помогает нифига. Блин. Как я проберусь до туда? Если мы залезем, то будет нормально. Но их слишком много. Тихо-тихо. А, надо все, факел взять. Что ж ты сразу-то мне не дал? Ну уж нет, раз у нас факел, мы сейчас походим. Так, надо ресурсы пособирать. Может, что-нибудь найдем полезное. Так, это возьмем. Какой-то колодец. Давайте к колодцу подойдем. Они отца не трогали до этого момента, до того момента, пока я сюда не пришел. Это очень странно. Почему? Как будто у него в крови, я думал тоже. Отец! Они отняли у меня тело его. Я должна была похоронить его. Мне жаль, мне так жаль, Амиция. Пожалуйста, пусть он упокоится с миром. Но почему они до этого момента не трогали? Это какая-то мистика просто. Вот я как пришла, они... Тогда его изничтожили. Так, кожа плюс. Хера себе, чувак тут.
А Митя? Тот труп без брони. А, вот он. А, смотри, без брони труп, они его не трогают. Почему они его не трогают? Это странно. Это очень странно, ребят. Подожди, так я не понял, нам куда надо идти-то? А, нам надо в обход. А что тогда в телеге? Тогда давайте посмотрим, что там в телеге лежит. Хера себе, боже мой. Криповенько так, криповенько. Я думал, мы должны вот по этой телеге забраться. Давайте посмотрим, что там такое. Тихо. Я не могу забраться. Тихо, хватит. Не играй со смертью. Нет, ну ладно. Ходим. Красиво так. Снежочек только падает. О, боже мой, вы посмотрите на эту херню. Просто большущее гнездо, большащая херотень. Им тут комфортно живется, это же гребаные крысы. Ну теперь я буду знать, что крысы боятся огня. Но они реально его не трогают, он мертвый, они не трогают. Возможно, что-то в крови у него. Яблоки. И отца также они не трогали. Они, наверное, его и не съели, они просто куда-то унесли его. И, возможно, они маленького мальчика тоже не будут трогать из-за его болезни. Да, они его избегают. Да что здесь происходит? Я тоже в шоке. Почему они не трогают их? Они умерли, но они, крысы, не трогают их. Вот меня они трогают, Луку тоже трогают. Насчет мальчика я не уверен, возможно, мальчика тоже не будут трогать, крысы. Ну и вот нам сюда. О, нет. А нам наверх? Я думал нам в нору. А мы можем зайти, интересно, туда? Мы не можем нагнуться. Ну как ты стрёмно без факела. Окей. Ого, осторожно. Так, тут больше ничего нет, вон не твари. Они идут куда-то туда. Так, сейчас. Надо зажечь. А я не могу использовать. Почему-то. Пока что я огнево не могу использовать, ну ладно. Так, возможно, здесь спальня, да, Гугина. Ну тут Гуга спал, короче, его место. Давайте посмотрим. Лукас. Горшки. Это обычные настойки, недостаточно сильные. Так, ладно. Еще тряпка 7, ребят, еще 3 тряпки, и мы сможем карманы сделать. Это очень здорово, если мы сделаем карманы. Ну что здесь? Yes, it's Hugo's room. Да, это комната Гуга, идем. Возможно, Гуга все-таки будет нам путь проделывать, да? Потому что они не будут его трогать. Хотя, если они даже его трогать не будут, они же меня могут сожрать. Это ж Гуга не свет. Не тронута, ну я так и думал, что не тронутая комната. Вот здесь. Комната не тронутая. А Митция, все, что осталось, как раньше.
Нет, все не то. Это не годится. Разве что это. Лука, почему его комнату не тронули? Нет, нет, это вообще не то, не то. Нам это не нужно. По-прежнему пусто? Твоя мать наверняка работала над более сложным эликсиром. Здесь должно быть кое-что еще. Какое-то другое место, другая комната. У нее должна быть лаборатория. Не представляю, где. Лаврентий собрал лабораторию подальше от любопытных глаз. Возможно, твоя мать тоже. Она ничего мне не рассказывала. Вот и отлично, в замке было место, где ты не была. Куда тебя не пускали. Да, молодец, Лука, блин, ты вообще крутой. Римские развалины, она не разрешала мне туда ходить. Римские развалины, да. Это точно место для алхимии. Нифига себе. Слушай, Лука, это будущий Шерлок Холмс. Ну реально, у него очень крутая логика сделана, да, расположена. Молодец, молодец. Так, посмотрим, что у нас здесь. Нам пригодится. Все, больше тут ничего нету. Ой-ой. Что такое? Опять! Опять эта херотень. Так, нельзя им в кучу собираться. Так, идем. Так, все. Идем дальше. Ой, игра тут фризит-то сильно. Ну, бывает местами, когда их слишком много. Так, нам туда, да? Пронесло. Нам надо идти дальше. Это все пригодится. Спирт нам не нужен вроде как. Спирт пригодится, когда у нас будет больше предметов. Для этого нам еще надо будет 3 ткани, да? У нас 7 уже есть. Боже мой, милостивый, все хуже и хуже. Я думал, что все умерло. На другом конце. Мы должны пройти. Беатрис, лаборатория Беатрис. Не, нифига себе, Лука вообще смышленый, да, как догадался. То есть, куда тебя не пускали, куда не разрешали тебе ходить. Она сказала, мне туда никогда не пускали. Ну да, значит, там лаборатория. Молодец, логика вообще у него круто работает. О, цветок новый. Intact. Тоже не тронутый. Так, отлично. Ну, так симпатичнее, да? Спускаемся. Напоминает действительно щелкунчика, да? С крысами. Она быстро сгорает, да? Вот это. Солома. Надо сразу бежать. Ладно, окей. Не, просто не хотел ресурсы тратить. Так, ну понятно, все. Видите, она вспыхивает, да, сильно, но быстро тухнет. Тут нужно быстро думать. Так, все, сейчас будет. Пофиг на ресурсы, быстро пробираемся. Да блин, ну почему ты? Это волос. Сейчас все будет, ребят. Очень быстро. Прямо отсюда. Быстро, быстро, быстро. А почему? Что там такое? Там тоже что-то есть. Так, ну все. Сначала вот это надо было зажечь. Что я поторопился. Вот это можно сразу зажечь. Тут, смотрите, нас не тронут. Я сразу это не понял.
Вот там что-то есть. О, нет. Ну теперь не я погиб, а он. Так, ну что мы сейчас здесь сделаем? Сейчас я вам покажу. Так, а вот туда надо. Ну-ка. Сейчас будет свет. Так, свет есть, а толку нету. Блин. Ну, чтобы они сюда отбежали. Отлично. Все, проходим. Тут по-любому что-то интересное. Так, давайте посмотрим. О, да, ткань. Это самое главное. Ткань плюс иголка. Ничего себе. Не зря я сюда пошел. Можем вот это, в принципе, изготовить. Да, давайте. Раз, два, три. Это нам пригодится. Ткани нам не надо. Так, ну больше нам ничего не надо. Тут можно, в принципе, повернуть вот эту штуку. Можно двумя путями пойти. Попробуем так, что ли. Это лучше вот так сделать. Боже мой, их слишком много. Быстро пройдем. Так, пошли. Wait, the cart. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All by myself? You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? Come on, Lucas, let's go. We'll be wobbly. Так. А что мне это делать? Really... То есть два пути, да, есть прохождение? Come on, make an effort. Всю жизнь провел в подземельях. Земля дрожит, чувствуешь? Вижу. Так, окей. Самое главное, чтобы они не образовывались. Отлично. Где еще? Вон, вижу. Нормально. Я не вижу, а вон. А, потухло. Ладно, хрен. Хрен с тобой. Блин. Так, почему-то я тут начал, то, но... Я вот там не залутался, это, конечно, хреново. Тут единственный способ. Ну а что делать? По-другому мы не залутаемся, ребят. Какого черта? Понятно. То есть сначала надо вот эту зажечь. Так, зажигаем. Мы могли, конечно, лучше сделать, ну ладно. А тут горит, все нормально. Окей. Так, утецки собираем. Всем привлечься. Мне самое главное, нужна ткань. Все, теперь можем пройти. И начинаем уже отсюда. Первый раз более правильно было прохождение, ребят. Когда я пошел вот по этому, по сокращенному пути. Давайте сделаем это. Сейчас главное не упустить момент. Думаю, пройдем. Сейчас не будет образовываться. Я провел всю жизнь в подземельях. Надо просто спереди быть. Я один раз только промазал. Все нормально. Так, вон то место, куда нам надо идти. Где? Давай, давай, образовывайся. Отлично. Просто будем идти спереди. Вот следующее. Им нельзя дать образоваться в большую кучу.
Вон. Бабам. Так, вроде получается. Все ресурсы. Но игра нам не дает просто так поиграть, нам постоянно ресурсы подкидывают. Лучше, чтобы было с про запасом. Где? Я не вижу ни хера. А, вон. Нормально. Охренеть. Просто охренеть. Идем дальше пока что. Они сзади не могут напасть? О боже мой, нифига себе. Вовремя. Сразу с двух сторон. Офигеть, просто с двух сторон. Жестко. Вроде добрались. Немножко еще. Так, все, справились. Мы справились, Лука, справились. Спасибо. Спасибо, Лука. Ты крепкий парень. Вот видишь? Да, но вряд ли я когда-нибудь еще встану на ноги. Да ладно тебе, не знаю. Конечно, идем. Лука вообще молодец. Очень крутой парень. Так. Сейчас тут посмотрим, что у нас. Лукас, мы на месте. Здесь умирала моя мать. Но Артур говорил, что она еще жива. Да, это же бедный Ламберт должно быть. Он принял удар на себя, а она выжила. Она еще жива, но... Я понимаю, лучше думай о брате. Нам нужно двигаться вперед. Так, вот здесь его и убили, да? Эта серия начиналась. Мы отсюда ушли, да, сбежали. И потом туда побежали, я так понимаю, да? Охренеть, как все изменилось. Игра скрывает постоянно секретики где-нибудь, так что иногда лучше посмотреть по сторонам. Ну вот там, я не знаю, может быть, что-нибудь лежит. Как думаете, стоит туда идти или нет? Ладно, не пойдем. Эти ступеньки, я словно вернулась с детства. Это хорошо, твои воспоминания из того времени нам пригодятся. Сообразительный парнишка. Машка никогда меня сюда не впускала, говорила, что это опасно. Опасно для нее, без сомнений, ты никогда не находила ничего. Нет, я всегда умела искать. Но теперь нас двое, а ты уже не ребенок. Мы все найдем. Вон рыцари съели, опарыши ползают вон они. Так, ну этого у нас уже в избытке, нам этого не надо. Нам еще немножечко тряпочек, и будет вообще здорово. Сможем больше ресурсов таскать. С другой стороны, игра, наверное, мы уже почти всю игру прошли. Так, так мы не пройдем. А что такое? А, надо подвинуть. Так, все нормально, просто показалось. Что у нас здесь? Нам надо как-то сделать, чтобы эти крысы гребаные ушли. А потом двигать, да? Как я это сделаю? Если мы будем толкать, они нападут на нас. Нет, это не вариант. Давай. Так, сейчас пробегаем. Здрасте. А что дальше? Может, я их могу...
Так, ну все, я понял, нам надо вот эту штучку взять. Факел, да? Делаем то же самое в начале. Так. И там надолго, думаю, заняты. Кожу возьмем. Проходим. Слушай, я не могу взять. А почему я не могу это взять? Крысомица, ты... Ну вот, но я почему-то не могу это взять. Может, надо сбить? Что я должен сделать? Я взять не могу факел. Может быть, сначала потушить, а потом зажечь резко? Так, нет. Это все не то. Ну да, кажется, так и надо сделать. Давайте, знаете, что сделаем? Так, сейчас надо уйти сначала. Отлично. Так, теперь нам надо будет гасить огонь. Ну, потушили мы, еще дальше. А, все. Ну, почти все правильно сделал. Кажется, они сейчас нападут. Сначала, значит, гасим огонь, да? Теперь надо сделать, чтобы они все сюда пошли. Так, все, они все пошли сюда, и мы пробежим сейчас. Все, неужели? Так это... Судаторий? Римляне здесь что-то парились. А, жар создавался паром. Ого, какие статуи. Что? Это же алхимические звери, разложения. Что он там нашел? Три символа, четыре статуи, а под этой... Что там горит? Ну иду, иду уже. Хера себе. А, прикольно. Крысы боятся, смотрите, не могут выползти. Так, еще один ребус, да? Жаба, а какие-то они все уродливые. А, одна жаба, другая, что? Это кто такой? Лебедь. Величественный и благородный. Вау, это что такое? Лука, еще одна фреска. Беременная женщина. Но это не все. Посмотри, что рядом с ней. Это типа алебика, да? Алхимик. Алембика. Именно, таинственный алхимик часто сравнивают с зачатием. А Тигель? Может, просто она беременная женщина-алхимик? Не просто, это храм, принадлежит твоей матери. Это факт, что здесь изображена женщина. Это очень важный момент. Наверное, ты прав. Беременная женщина-алхимик. Так, я могу где-то пройти. Окей. Лев, рыцарь зверей, Леон. Змея, да, рисунок пару раз сменился. Так, я могу сюда встать. А, вон, я могу туда пролезть. Хера себе. А ты же замечательно. Я тут ничего не вижу. Посмотрим, что тут. And how do you intend to do that? Good luck. Так, кажется, я ошибся. Надо успеть вернуться назад. Самое главное — вернуться назад успеть. Ah. Ну окей, значит, в другую сторону. Так, пойдем в эту.
Я так тоже не пройду. Так, возвращаюсь. А, бросим палку. Я что-то должна найти, да? Смогу я перепрыгнуть? А как я это сделал-то? А, надо было зажечь. Так, ну все, сейчас мы все сделаем. Теперь знаю, что делать. Так. Сейчас мы зажгем вот эту штуку. Почему сразу-то не догадался? Так, что у нас тут? Тенечники. Кожа. Ну, кожа нам всегда пригодится. Самое главное успевать дойти. Это самое главное. Неохота заново начинать. Это вы не видите, а мне приходится заново. Так, идем. Зажги, отлично. Берем другую палку, свежую. Спасибо, Лукас. Я не могу читать, ребят. Я, конечно, могу остановиться и послушать. Все кажется каким-то ненастоящим. Так, что у нас тут? Ткань. Куда дальше там мне идти? Так, ну дошел я до сюда. Все-таки сюда, да? А, вон мы как. Отлично. Мне кажется, мы по кругу просто ходим. А, надо было зажечь, наверное, все вот эти, да? А, чтобы пар создать. Да, ребят, все, мы все, все зажгли. Теперь надо возвращаться. Так, лев. Он будет нажимать, да? Я могу вообще выйти? Да, могу. Так, ну все, тут горит, да, везде должно гореть. Вот тут горит. Тут горит. Отлично. Теперь надо это все активировать, что ли? Что он рядом со львом остановился. Может, что-то во рту? Надеюсь, он руку тебя не съест. О, да. Проходим дальше. Тут нифига не видно. Вообще ничего не видно. Как слишком темно. Так, тут вроде много ресурсов. Надо все зажечь это. Что теперь? Отлично. Другое дело, совсем другое дело. Амиция, это рукописные заметки. Попробовала пронуть новую трансформацию. Факел носителя исчезает. Макула. То, что мы ищем, однозначно где-то здесь. Как часто? Кто знает? Макула прошла сквозь века.
Она уже изменила весь мир и сделает еще не раз. На этой коробочке изображен Феникс. Великий алхимического труда. Мне кажется, это она. Открой. Так, окей, я только тут немножко пробегусь. Почему тряпок нету? Мне так сейчас тряпки нужны. А, вот. Все, 10 тканей, ребята, да, у нас есть 10 тканей. Это прям вообще найс. Все, мы можем сделать карман. Я следил за этим, чтобы у нас было 10 тряпок. А бечевку можно сделать, но я пока что карман. У нас было до 16, да, мы могли материалы собирать. Теперь до 22. Вот это очень важно сейчас. Давайте сделаем. Больше предметов — это всегда хорошо. Но сумочка становится больше, видно. Только уж очень она маленькая. Теперь можем все прям собирать, все, что видим. Теперь влезет. О, серый заново придется собирать. Так, другое дело. Семейное древо какое-то. And I never suspected. I was too busy playing games, fooling around. Так, ну вроде все. Самое главное, есть карман. Вот даже видно, что он, да, изменился. Можете посмотреть. Да, другой, стал больше. Теперь мы с вами все можем взять. Отлично. Лукас! Лукас, смотри. Голубая кристаллическая сине-зеленая грани. Чистая субстанция. What? Что? Lucas? Лука. Amber fragrance. Амбровый запах. Потрясающе. Spit it out. What on earth is it? The cure for Ты говоришь? Это эликсир для Гуга, она приготовила его, но не успела его закончить. Ты хочешь сказать, что это тот самый эликсир? Да, наверное, что она нашла так далеко, она нашла книги, в общем. Но не до конца изготовленный рецепт. Может, мы сумеем им воспользоваться? С книгой и с помощью заготовок, мне кажется, я смогу его закончить. Ах ты молодец, магистр. Почему она не рассказала мне об этом? Я бы все поняла, я бы... Что такое? Я бы сделал то же самое, Амиция. Это же алхимия. А матерь всегда защищает своих детей, правда? О, крысы собираются. О, нет, нет, только не сейчас. Надо выбираться отсюда. Не думай об этом, заканчивай эликсир, я задержу их. Серьезно? Лукас, надо закончить. Твоя мать остановилась где-то здесь. Боже мой, это же надо еще все прочитать. Бессмыслица какая-то. Это символ, она искала что-то. Но в книге сказано о пустоши. Твоя мать ошиблась. Ничего не надо добавлять, нужно вычитать. Пока я готовлю смесь, найди мне материалы. Он, наверное, здесь где-то. Что нужно искать? Там, где лекарства. Так, где-то здесь. Окей. Так. Лукас, механизм точно такой же, как Шато... Что это значит? Подожди. А, вон, я их отгоняю. Отлично. Так, и где? Лука, я не знаю, что нам нужно. Тот, который больше всего. Самый большой горшок. Перец, мята. Пахнет слишком приятно, но не слишком мерзко. Понятия не имею, что нам нужно. О боже, милостивый. Это абсолютно оно. О боже мой. Х,
Нихера себе. Быстро, быстро, быстро. Так, все. Отлично. Что дальше? Осторожно, не трясись, ступица. Они возвращаются. Так, вон вижу, образовываются. Хера себе, их еще больше становится. Надо сразу заготовить побольше. Мне уже не хватает ингредиентов. Да что нам надо? Амиция, жаровня. Так, ладно. Туда нам надо, да? Окей. Давай, давай, остановись. Нихера себе, боже мой. А, в другую сторону теперь надо. Почему так медленно? Ой, мальчик, осторожно. Так, вижу. Давай, давай, давай. Половину. А, он сам. Он сам кинул, смотрите. Так, ну все. Добрался. Лука, только без глупости, ладно? Я знаю, что я делаю. Так, где-то здесь. Просто будь осторожнее. Да у меня ресурсов не хватит, ребят. У меня 8 выстрелов осталось. Я не могу больше изготовить. У меня кристаллов нету. Да здесь не хватит ресурсов, блин. Зря я крафт делал. Амиция, возвращаемся. Надеюсь, ты сам будешь отбиваться. У меня мало материала. Давай, давай, давай. Фига себе, напряженно. Что такое, Лука? Так, что ему нужно? Да сколько же их здесь? У меня 4 снаряда осталось. У меня все закончилось. Лука. Что? Что происходит? Что такое с ними? Мне получилось, и они... Похоже, что поняли. Тогда не будем мешкать. Прошу только после вас. Что они делают? Они не нападают, они боятся. Это типа крысиного яда? Что такое? Лука, у тебя получилось. У нас получилось. Лаврентий гордился бы тобой, я горжусь тобой. Спасибо, по крайней мере одно мы теперь знаем наверняка. Этот эликсир связан с крысами. А значит, есть связь и с носителем. Да, давайте по порядку. Сначала надо спасти Гуга. О, да, ребята, мы это сделали. Фу, ну что ж, я немножко надо передохнуть и продолжить. Мы вернулись. Такая долгая глава. Это они? Это они! Это они! Это действительно они! Это они! Пойдемте скажем, что это они! Так, ну вернулись, красавчик. Наш надеющий алхимик сотворил чудо, теперь у нас есть эликсир. Не разбейте только его. Это всегда ты молодец, в общем. Пойдем, проведем Гуга. Надеюсь, с ним все в порядке. Это самая долгая серия. Что поделать, такая глава. Бывает маленькая глава, бывает большая. Нет, вроде нормально с ним. Гуга, ты не спишь? У него все лицо уже. Эй, смотри, у нас получилось, эликсир. У Луки получилось. Вот, держи. Он может быть горьковат.
Неважно, выпей. Вот молодец. Я теперь выздоровел? Ну, в любом случае, это станет тебе гораздо лучше. Больше никогда не увидим мамочку. Ох, Гуго, я же тебе говорила, она не вернется. А там, где она сейчас, там больно? Нет, конечно, нет. Хорошо, ты будешь чувствовать себя лучше гораздо. Увидимся завтра. Прошли 12 главу. Ну что ж, ребятки, следующая глава уже будет у нас 13. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Ставьте лайки, пишите комментарии. И рассказывайте о канале AlexPlay. Ведь тут самые крутые игры, ребятки. Самые новиночки. Очень-очень круто и здорово. И игры мы проходим до конца, ребят. С этого дня мы проходим игры до конца. Вот. Увидимся в новой серии. Всем пока-пока.